участники форума, гости. Не первый раз мы собрались на этой площадке, и мне кажется, формат, который сегодня мы выбираем для работы, и который уже идет на протяжении всего сентября, позволяет судить о том, что происходят очень существенные изменения. Изменения, прежде всего, в отношении к культуре. Мы с вами пережили достаточно сложные периоды, когда на протяжении последних 30 лет как минимум трижды менялась парадигма развития или парадигма отношений к культуре. 90-е годы, первое десятилетие серьезных изменений, принесли нам возможность относиться к культуре как к свободе. Культура, открывающая для нас перспективы нового развития. Прошло следующее десятилетие, мы стали осваивать, мощно осваивать рыночные отношения. Поменялась парадигма культуры. Культура стала рассматриваться как товар, как услуга. И, наверное, это один из самых сложных моментов дискуссионных для понимания, для трактовки культуры. Но прошло время, и культура вернула себе свое собственное значение. Культура как самоценность, культура как миссия, культура как общественное благо, культура как ресурс общественного и социального развития. Мы находимся сейчас в этой стадии, когда идут поиски, как конкретно решить эту сложную задачу. По своей беспрецедентности создан и принят документ «Основы государственной культурной политики». На самом деле, такое понимание культуры, о котором мы так долго говорили, и, собственно говоря, так и трактовали ее, как культура широкое понимание культуры, записано и принято как определенная стратегия для развития. Причем никто не определяет для развития на сколько ближайших лет. На ближайшие 5, 10, 15. Это все зависит от нас. Зависит от того, как мы будем реализовывать эту стратегию. Ведь, по сути дела, то, что заложено ей, предполагает, что культура действительно станет творческим импульсом. Культура станет вернуть себе свое лицо созидательности и креативности. Сегодняшнее название форума отвечает этой концепции. Ведь на самом деле Россия развивается благодаря социокультурным ресурсам своих регионов. И каждый регион ищет свое собственное лицо, ищет свой собственный путь реализации стратегии. И эта стратегия прописывается в своих собственных документах. Мне кажется, прошлый год был знаменателен для форума. Прошла презентация стратегии развития Ульяновской области. И это, несомненно, тоже один из интересных шагов самого региона. Я не совсем согласна всегда, когда слушаю Сергея Ивановича, он говорит, у меня тут особо ничего нет. Так, знаете, в регионе, у меня тут вот культура самый главный будет ресурс. Да? Мне кажется, немножко есть момент такой для того, чтобы сделать несколько комплиментов. Один из первых комплиментов – это люди, которые реализуют свои творческие потенции, которые стремятся раскрыться, через культуру принести изменения в культурную среду. Культурная среда – это не только символы, которые связывают нас с прошлым и протягивают ниточку в будущее. Культура – это еще и инновации, это обновление, это то самое устойчивое связующее звено в жизни человека, которое создает среду его бытования. И от качества этой среды на самом деле зависит очень многое. Деловая программа нынешнего форума насыщена интересными проблемами. И их не так много, может быть больше, потому что, по сути, проблем в развитии сферы достаточно много. Но вот эта попытка выйти на межсекторное взаимодействие, на межведомственные связи, выстроить вот ту самую очень важную нить, которая записана в основу государственной культурной политики, нить, связывающую все, абсолютно все сегменты общества. Бизнес, творческие учреждения, организации, некоммерческие организации, политические, общественные, разного рода объединения, ассоциации. Мне кажется, эта задача стоит сегодня как одна из актуальных. Форум предоставляет эту площадку,
И в деловой программе мы увидим проблематику, связанную с государственно-частным партнерством. Попробуем сегодня обсудить эту тему. И самое главное — понять, а что для региона сегодня главное. Мы открываем этот форум рядом приветствий. И это, несомненно, очень важная часть, на самом деле, любого делового заседания. Слышат ли нас? Куда мы говорим? Говорим ли для себя? Или мы открыты? Открыты власти, открыты людям, открыты законодателям, которые, несомненно, помогут нам решать эти все задачи. И позвольте мне начать сегодняшнюю деловую часть с предоставления слова министру культуры. Вот мне подсказывают, что сначала мы все-таки зачитаем приветственные слова. И это правильно. Пообещала, но не сделала, да? Исправляюсь. Конечно, приветственное слово в адрес организаторов и участников форума от имени председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко мы попросим зачитать вашего земляка, очень известного активиста, который, поверьте мне, я бываю на разных заседаниях, который всегда рассказывает, какая Ульяновская область, как она много вкладывает в развитие культуры. Савинов Геннадий Александрович, пожалуйста, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые земляки, позвольте зачитать вам приветствие председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, организаторам, участникам и гостям 5-го международного культурного форума «Креативный регион. Сильная страна». Приветствую организаторов, участников и гостей 5-го международного культурного форума «Креативный регион. Сильная страна». В пятый раз на гостеприимной Ульяновской земле встречаются представители государственной власти, экспертного сообщества, деятели культуры и науки для обсуждения основных направлений государственной политики в сфере культуры, поиска новых идей и решений, способствующих ее решению. Внимание и всесторонней поддержки заслуживает деятельность губернатора и правительства Ульяновской области, направленная на развитие культурных и человеческих ресурсов, повышение уровня привлекательности региона для жизни. Отрадно, что в ряде субъектов Российской Федерации сложилось понимание того, что посредством культурного развития можно добиться очень многого и в экономике, и в социальной сфере. Убеждена, что понимание роли и значения культуры, мощного ее потенциала, должна отражаться в конкретных действиях федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации по созданию необходимых для этого условий, инструментов, в том числе на законодательном уровне. Желаю организаторам, участникам и гостям форума успешной и плодотворной работы, реализации всех намеченных планов и новых свершений на благо российской культуры. Валентина Ивановна Матвиенко. Спасибо большое, Владимир Александрович. Я с удовольствием вручаю. Поступило приветствие, и позвольте его огласить от имени председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина. Сергей Евгеньевич приветствует участников 5-го международного культурного форума «Креативный регион. Сильная страна», собравшего представителей разных субъектов Российской Федерации, а также государств ближнего и дальнего зарубежья. Развитие культуры является одним из государственных приоритетов, влияющих на успехи как в экономике, так и в социальной сфере. Вам, специалистам в области культуры, предстоит обсудить важнейшие вопросы, связанные с сохранением и приумножением уникального культурного наследия нашей многонациональной страны, обеспечением доступа граждан к культурным ценностям, продвижением международного гуманитарного сотрудничества. Уверен, что на форуме состоятся интересные дискуссии и обмен опытом, а итогом станут новые совместные инициативы и проекты. Желаю участникам и гостям форума успехов и плодотворной работы. Сергей Евгеньевич Нарышкин. Спасибо.
Но приветственные слова, они, конечно, еще не закончатся и прозвучат сегодня еще неоднократно. И сейчас мы бы хотели дать слово министру, вашему министру, министру, который инициативно поддерживает очень многие проекты. И здесь я говорю не только о личности Татьяны Александровны Ившиной, но и в целом о министерстве, которое, на мой взгляд, интересные проекты развивает и показывает регион как регион креативный, как регион, идущий вперед. Пожалуйста, Татьяна Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Сразу хочу сказать, что форум у нас идет уже несколько дней. Более 1700 человек отработали в предыдущей деловой программе. Для нас это тоже очень важно. И сегодняшний день – день экспертный. День, когда есть возможность обсудить вопросы очень профессионально, с приглашением гостей, экспертов в разных сферах деятельности, покажет, насколько мы успешно справились с теми задачами, которые для себя ставили. Хочу сразу отметить, что наш Ульяновский форум – это не только деловая и месяц культурной программы, но и серьезная работа по обобщению и применению экспертного и практического опыта, который мы накапливаем на протяжении всего года и которыми делимся на дискуссионных площадках. События форума уже традиционно становятся катализатором качественно новых изменений в культурной жизни Ульяновской области. Так, именно на форуме были впервые озвучены идеи, связанные с формированием кластера творческих индустрий, кинокластера, создание культурного бизнес-инкубатора, внедрение инновационных подходов к культуре, развитие механизмов государственно-частного партнерства с привлечением инвестиций в творческие проекты. Уже третий раз Ульяновский форум проходит под эгидой комиссии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО, что подтверждает актуальность поднимаемых здесь вопросов не только на российском, но и на международном уровне. При формировании концепции пятого форума, а он носит название «Креативный регион, сильная страна», мы ставили перед собой задачу продолжить обсуждение глобальных вопросов, связанных с культурой и культурной политикой, которые сейчас волнуют международное сообщество, профессионалов в области культуры. Ну и считаем, что это необходимое условие формирования имиджа Ульяновской области как региона, который не только поддерживает, но и формирует новые тенденции в области культуры и культурной политики. Все мероприятия программы форума носили исключительно практическую направленность в предыдущие дни. И уверена, что для участников это исключительная возможность, в том числе и повысить свою профессиональную компетентность. Сегодня стартует экспертная программа, на которой мы обсудим такие глобальные вопросы, как механизм использования технологий государственно-частного партнерства в области культуры, взаимодействие творческих предпринимателей и представителей власти, а также развитие туристических кластеров и их влияние на территорию. Сегодня перед нами, как и перед всей культурой в Российской Федерации, стоит ряд задач, озвученных на совместном заседании Государственного совета по культуре и Совета ООО при президенте Российской Федерации, состоявшемся в декабре 2014 года. Ульяновская область увидела в этих решениях необходимость аккумулировать лучшие региональные практики, опыты, модели, инновационные подходы в формировании региональной культурной политики. Мы назвали это формированием портфеля технологий в сфере культуры и культурной политики. Для этого в регионе уже есть институты, которые занимаются этой работой. И фонд «Ульяновская культурная столица», правительством Ульяновской области создается агентство передовых практик и технологий. И мы считаем, что следующий, 2016 год, станет следующим шагом от формирования портфеля технологий к их продвижению, к их трансферу на территории субъекта, так и на территории Российской Федерации. Например, в этом году мы подготовили сборник лучших практик государственно-частное партнерство в сфере культуры, успешные проекты регионов России. Здесь собраны проекты уже не только нашего региона, но и 60 субъектов Российской Федерации. Показательно, что больше трети этих проектов приходится на Приволжский федеральный округ. Это свидетельствует о том, достаточно большом культурном потенциале, так и о готовности к новым форматам развития культуры. Немаловажным фактором будет являться наше сотрудничество с зарубежными государствами в экономической и культурной сферах. Ульяновская область развивает свои международные связи, формирует новые партнерские проекты как в экономике, так и в культуре, выбирая лучший зарубежный опыт и транслируя его дальше на территорию региона и за его пределами.
Хочу сразу сказать, что мы несколько лет назад озвучивали такую идею о том, чтобы быть партнерами большой европейской программы «Культурная столица Европы». И несмотря на все сегодняшние сложности, это направление нашей деятельности не осталось в стороне, и сегодня здесь присутствуют наши гости из Мальты. Город Валетта, который станет культурной столицей 2018 года, предлагает нам партнерство и сотрудничество. То есть это те реальные результаты, к которым мы двигались, и мы обязательно будем продолжать двусторонние контакты со всеми государствами, которые участвуют в этой программе. Что же касается секции, посвященной государственно-частному партнерству в сфере культуры, то здесь мы планируем сегодня обсудить закон о ГЧП, который вступает в силу с 2016 года, с 1 января, рассмотреть опыт регионов России по реализации этих проектов, а также представить наши ульяновские проекты для обсуждения. Эта тема является сейчас весьма актуальной, так как современный подход говорит о том, что культура и бизнес должны взаимодействовать на равных как партнеры. И культура действительно является одним из факторов инвестиционной привлекательности территории. Одна из площадок сессии будет представлять собой обзор лучшего опыта субъектов Российской Федерации по развитию государственно-частного партнерства. Этот вопрос сейчас в числе приоритетных и для Министерства культуры Российской Федерации, и в Ульяновской области. Есть все предпосылки для того, чтобы стать самым активным образом включиться в эту работу. К прошлому международному культурному форуму мы готовили буклет инвестиционных идей и предложений по культуре нашего региона. Сегодня мы можем констатировать, что значительная часть этих проектов перешла с уровня идей на уровень уже и проектов, и предпроектной разработки, то есть все больше и больше становится готовыми к реализации. В частности, в декабре минувшего года Министерством культуры Российской Федерации, правительством региона и государственным казенным предприятием «Росгосцирк» был подписан протокол о намерениях по созданию в городе Ульяновске циркового комплекса «Дельфинария». Объект очень интересный для территории. У нас никогда на территории региона не было стационарного цирка. И вчера прошло очередное заседание Координационного совета, где обсуждались ход подготовки и реализации данного проекта. Заканчивается строительство аквапарка, реализуется проект создания творческого пространства на базе Дворца культуры «Губернаторский». Активно идет развитие инфраструктуры гостеприимства в исторической части города. Запускается проект создания сети книжных павильонов шаговой доступности, где и бизнес, и власть выступают равными партнерами. Перечислять проекты, которые находятся в стадии подготовки и реализации, можно долго. Мы о них сегодня будем говорить на профессиональной сессии. Важно, что сегодня в Ульяновской области имеется целый ряд проектов государственно-частного партнерства в сфере культуры и туризма в разной степени реализации. А значит, сегодняшний наш форум нам очень нужен для того, чтобы это делать профессионально и эффективно. Новый закон вступает в силу с 1 января 2016 года. Он открывает путь к новым механизмам взаимодействия представителей власти и бизнеса. И нам очень важно, как он повлияет. Нам очень важно знать, как он повлияет на новые проекты, на те, которые сегодня находятся даже в стадии идеи. Это сложный вопрос, много различных деталей мы сегодня будем обсуждать. Я надеюсь, что наши дискуссии помогут выработать и найти правильные финансовые и юридические модели для наших проектов. Регионы сегодня активно включились в эту работу, и нам очень трудно сказать в сфере культуры Ульяновской области, что на территории субъекта нашей Ульяновской области создан специальный уполномоченный орган по реализации проекта государственно-частного партнерства, Центр ГЧП Ульяновской области, как структурное подразделение Корпорации развития Ульяновской области. Данная тема нам крайне интересна, важна, и мы готовы предложить проекты Ульяновской области как пилотные, на которых возможна отработка регулирующих положений закона. Такой опыт в дальнейшем можно будет транслировать как модельную технологию для использования на территории других субъектов. В рамках секции «Творческий бизнес и государство» предлагается рассмотреть наиболее успешные практики взаимодействия государственных учреждений культуры и творческих бизнесов, а также конкретные механизмы совместной работы, которые сегодня реализуются как в России, так и за рубежом.
В настоящее время большинство домов культуры являются, к сожалению, лишь площадкой для проведения мероприятий, а не точкой притяжения творческих и активных жителей, местом, где создавалась бы современная культура, отвечающая ежедневным потребностям горожан. Для содействия развитию и модернизации действующей сети государственных учреждений культуры и привлечению к их деятельности молодого населения возможно внедрение механизмов привлечения творческих бизнесов в данное учреждение, что может стать новым направлением работы самого учреждения, а также создать в нем место для самореализации жителей. Для нас это направление очень важное и является приоритетом, потому что именно в 2015 году мы впервые в постсоветское время стали строить новые учреждения культуры. И сегодня при поддержке правительства Российской Федерации и Федерального Министерства культуры строится новый дворец культуры, центр культурного развития в городе Инзе. Понимая, что этот процесс охватывает не только возведение новых стен, но и формирование новых смыслов в работе, новые технологии организации деятельности дома культуры. Поэтому с помощью экспертного сообщества, в том числе и участвующего в нашем форуме, мы ставим перед собой задачу разработать и внедрить стандарт и пакет регламентирующих документов современного культурно-досугового учреждения, отвечающего всем запросам сегодняшнего дня. Верю, что результаты этой работы будут востребованы не только культурным сообществом региона, но и большинством субъектов Российской Федерации. Я очень рассчитываю в этом вопросе на сотрудничество с российскими, в первую очередь российскими и зарубежными экспертами, которые присутствуют сегодня на заседании и принимают участие в работе нашего форума. За годы работы у нас сложилось большое количество как российских, так и зарубежных партнеров, в числе которых организации, институты, фонды, занимающиеся развитием творческих индустрий, а также исследованием и практическими разработками в сфере творческой экономики. Особенно большой интерес вызывают страны Германии, Великобритании, Китай и некоторые другие, которые преуспели в данном направлении. Опыт наших партнеров, конечно, является отличным ресурсом, который мы используем в своей работе. Еще одна тема, которая сегодня в течение всего дня будет рассматриваться на нашем форуме, это технология создания конкурентоспособного туристического продукта в культуре, который мы планируем рассмотреть на примере культурно-туристического кластера Музея СССР, который сейчас является нашим приоритетным проектом. За 3 года обсуждения этого проекта на площадках форума и вне его мы поняли, что российское общество все больше внимания уделяет своей исторической памяти и своему историческому прошлому. Поэтому в преддверии столетия Октябрьской революции, столетия образования СССР, вполне логично становится обращение, в том числе и к руководству страны, о создании Всероссийского оргкомитета по подготовке к этим мероприятиям. На эту тему уже высказался министр культуры России Владимир Ростиславович Мединский, и Ульяновская область готова уже сейчас включиться в эту работу всеми своими интеллектуальными и культурными ресурсами. И начиная с 2016 года, даже, наверное, уже с 2015, систематически и планомерно объединять и координировать заинтересованные организации, структуры, институты в этой конкретной работе. Для нас проект «Музей СССР» — это именно тот механизм, который позволит включиться в эту работу в виде конкретных туристических маршрутов для российских и зарубежных туристов, создание новых экспозиций и выставочных проектов, подготовки научных трудов и монографий, проведение конференций и симпозиумов, дней культурного наследия, культурных акций и многое другое. Для участия в обсуждении мы пригласили представителей ведущих исследовательских организаций России, таких как Российский государственный гуманитарный университет, Московская высшая школа социальных и экономических наук, Институт российской истории, Российской академии наук и другие. Уже сейчас на нашем форуме присутствуют представители Грузии, Эстонии, Литвы, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Южной Осетии. И кто знает, может быть, именно сегодня появятся новые интересные международные культурные проекты, позволяющие осмыслить и обсудить вопросы нашей общей истории, нашего общего прошлого, для того, чтобы понять, как нам жить, сотрудничать, взаимодействовать в будущем. Таким образом, мы концентрируемся в этом году на теме поиска и продвижения современных техник, технологий, практик в сфере культуры и культурной политики, обсуждение финансовых и юридических моделей взаимодействия культуры и бизнеса, генерирование новых смыслов для современной культурной инфраструктуры и новых смыслов содержания работы. Видя по результатам проведения наших культурных форумов все более и более тесное взаимодействие вопросов культуры и экономики, мы понимаем, что форум культуры по факту становится культурно-экономическим, деловым, объединяющим разные сферы социально-экономической жизни. И завершая свое выступление, еще раз хотела бы поблагодарить всех участников, гостей и
экспертов, которые приняли участие в нашем форуме, которые приехали сюда, и высказать такое мнение, что, возможно, Международный культурный форум для нас на следующем году пригласит вас к участию уже в новом формате. Спасибо. Спасибо, Татьяна Александровна. Форматы меняются каждый год. Нет ни одного повторяющегося, потому что любая тема, которая начинает обсуждаться, она не может быть клишированной и повториться дословно и полностью. В этот раз у нас появились и новые темы. На самом деле, перейдя через определенный такой, я бы сказала, рубеж веков, мы с вами в удивительное время живем, не каждому удается находиться на грани, на рубежном состоянии. Конечно, человечество предопределило и вызовы культуры. Вызовы те, которые связаны с жизнью людей, связаны с глобальными проблемами. Общество риска называют сегодня современное состояние. И выход или вызов, запрос на культуру, он предопределен. Предопределен попыткой преодолеть эти сложные экономические, социальные, экологические вызовы. Конечно, сегодня вот сейчас мы услышали много удивительно замечательных решенных проблем, но еще больше, на наш взгляд, осталось и проблем нерешенных. Почему мы связываем свои надежды на устойчивое, на конструктивное развитие, на новые формы диалога, солидарности, на поиски вот этого межведомственного сотрудничества? Мне кажется, что сейчас на Министерство культуры ложится достаточно сложная задача, я имею в виду все органы исполнительной власти, занимающиеся проблемами социокультурного развития. Кажется, очень серьезная проблема преодолеть и попытаться включиться в решение социальных, общезначимых проблем. Сейчас хотелось бы предоставить слово и прежде всего для того, чтобы Виктор Николаевич Круса, советник министра культуры Российской Федерации, не просто выступил, но еще и зачитал приветственное слово, которое поступило в адрес форума от министра культуры Российской Федерации Владимира Ростиславича Мединского. Пожалуйста. Уважаемые друзья, приветствую организаторов, участников 65-го международного культурного форума «Сильная страна». Проведение форума в Ульяновской области стало доброй традицией. Это событие знают и ждут ведущие российские эксперты и работники культурной сферы из всех регионов России. Не случайно количество его участников с каждым годом неизменно растет. В нашей стране богатейшие исторические и культурные традиции. Но есть и огромный потенциал для их укрепления и дальнейшего развития. Мы должны использовать его, и для этого мы должны использовать все возможности. Нынешний форум позволит обсудить актуальные темы, связанные с развитием культуры, политическими выводами, эффективные механизмы, которые впоследствии могут быть использованы в работе широким кругом специалистов. Причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Желаю организаторам, участникам и гостям форума плодотворной и конструктивной работы, реализации всех намеченных планов и новых совершений на благо российской культуры. Министр культуры Российской Федерации. Если позволите, хотел просто поделиться тоже несколькими тезисами с вами в связи с формой. Мне кажется, что действительно само название и лозунг нашего форума, связанный с креативностью, очень важен и принципиально важен для тех задач, которые нужно решать. Потому что даже вот механизмы государственно-частного партнерства, которые здесь неоднократно упоминались, ведь во многом они развивались применительно к совсем другим аспектам. Это инфраструктура, дороги, водоканалы. Все-таки культура – это более тонкая материя, и здесь более деликатные процессы идут. И выработка, приложение механизмов государственно-частного партнерства к этой сфере, конечно, требует именно креативности. Я думаю, что вот на секции, которая будет посвящена этому, мы сможем подробно обсудить все те нюансы, которые существуют уже в существующей практике и возможны в будущем, и наметим те пути, которые необходимы для решения имеющихся задач. Мне кажется глубоко символичным, что именно Ульяновская область занялась
интеграцией тех практик, которые существуют практически по всей стране. Вот совсем недавно, в конце августа, в Твери проходило заседание, на котором присутствовали, скажем так, министры культуры всех регионов, и там обсуждались как раз успешные практики. Мне кажется, что как раз перед Сергеем Ивановичем бежит то самое издание, где все эти практики собраны воедино, и даже вы можете видеть, что оно совсем не тоненькое. Но именно Ульяновский выступил интегратором всей этой практики. И чтобы долго не говорить, я просто хотел с вами поделиться своим неким, если позволите, эмоциональным ощущением. Да, очень производит впечатление и все то, что строится, то, что вводится, то, что уже функционирует, то, что запланировано. Но лично на меня большее впечатление произвело, скажем так, нечто нематериальное. В общении с людьми вот это вот желание, вот эта вот настроенность на реализацию проекта, если хотите, восприятие этих проектов как своего личного дела, вот на меня произвело существенно большее впечатление. Поэтому я могу выразить такое осторожное мнение, что я абсолютно уверен в успехе. Спасибо. На самом деле, конечно, проблемы еще обозначатся и будут обсуждаться на сессиях. Есть еще одна тема, одна из центральных тем форума, это тема творческих индустрий. Не буду ничего комментировать, совершенно понятно, что креативная экономика набирает свои обороты. Известно точно, что за последние десятилетия такой рывок, который указывают 12% прироста, конечно, не дала ни одна отрасль. И мне кажется, что творческие индустрии, как бы нам нравилось или не нравилось, как бы их называем, на самом деле это жизнь, это попытка найти место этого очень важного сегмента и включить в его структуру современных экономических отношений. Слово для работы форума представляется Зеленцовой Елене Валентиновне, председатель управления агентства творческой индустрии. Здесь я скажу тоже комплимент Елене Валентиновне, которая стабильно этим вопросом занимается уже очень длительное время. Она доцент Московской высшей школы социальных и экономических наук. Пожалуйста, Елена Валентиновна. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие коллеги. Прежде всего, разрешите поблагодарить правительство Ульяновской области, лично Сергея Ивановича Морозова, Татьяну Александровну Ильшину, за то, что мы сегодня все здесь оказались на Ульяновском форуме, но также и за то, что Ульяновск – это, наверное, уникальный в России регион, который упорно и стабильно занимается темой творческих индустрий, творческой экономики уже несколько последних лет. И это, наверное, личная заслуга Сергея Ивановича, который неизменно уделяет внимание не только культуре как отрасли, но и культуре как тому значимому для общества явлению, которое ежедневно нас меняет. И в преддверии нашей секции, которая вот только что состоится, я бы хотела сказать несколько слов не только про достижения Ульяновской области, но и про будущие перспективы и задачи. Я думаю, что в зале собрались люди, которые все без исключения уверены в том, что культуру необходимо поддерживать. Культура на самом деле не в меньшей степени поддерживает нас. И вот это видение того, как культура, собственно, ежедневно, ежечасно нас поддерживает, она очень хорошо, вот это видение прослеживается через те программы, которые мы видим в Ульяновской области. Мы знаем, что сейчас мы живем в очень непростое время. Особенно это касается бюджетной отрасли, это касается социальной сферы. Мы все, несмотря на
такие радостные наши обсуждения, перспективы. Мы все, конечно, очень сильно озабочены тем, как будут складываться наши бюджеты, как будет складываться управленческая сфера, как будут складываться в этой связи отношения между людьми. И надо сказать, что вот тот задел, который был сделан Ульяновским форумом за эти 5 лет, дал возможность нам сегодня здесь собраться, иметь международное участие, иметь большое региональное представительство и не снижать вот этот вот градус обсуждений и думать о будущем. И в этом смысле, конечно, это не наша поддержка культуры, это то, как культура, которой уделяли внимание долгие годы, сегодня поддерживает нас. Немаловажно также и то, что вот за эти годы удалось в Ульяновске развернуть очень важный проект, который называется «Культурный квартал», и который собирает ежедневно под своей крышей молодых людей, которые не связаны исключительно с государственным культурным сектором. Это независимые молодые люди, которые будущее этого региона, и которые получили в рамках этого уникального проекта большие возможности для своей самореализации. И это тоже тот пример, когда культура нас поддерживает, она их поддерживает, она им дает возможность по-другому относиться к месту, где они живут, и связывать свою судьбу и свое будущее с Ульяновским регионом. И, наконец, в заключение я бы хотела сказать о том, что вот тот задел, который был сформирован в Ульяновске, дает возможность сейчас думать как минимум о 2 направлениях дальнейшего развития. Первое – это то, о чем мы вчера с коллегами говорили на мастер-классе, посвященном домам и дворцам культуры, развитию вот таких досуговых центров. Конечно, нам нужно думать о том, чтобы у нас были высокие и единые стандарты деятельности культурных институций. Нам нужно работать над тем, чтобы жители наших городов понимали, что культура их не только поддерживает, но и меняет. И вот те проекты, которые сегодня существуют, в том числе у коллег, которые работают в фонде «Ульяновск. Культурная столица» в культурном квартале, по освоению общественных пространств в городе, по работе со скверами и парками, это как раз то направление, которое поможет изменить образ жизни горожан. Потому что культура – это, безусловно, шире, чем просто стены, это шире, чем культурные институции. Вот мне кажется, что вот этот посыл, который сейчас дает возможность и дает большой шанс выйти за стены культурных институций, он в Ульяновске сформирован. И я хочу пожелать коллегам дальнейших успехов в работе не только в рамках форума, но и вне его, не только в рамках государственных культурных институций, но и в большом мире, в большой жизни с людьми, которых культура поддерживает и которых культура меняет. Спасибо. О международном партнерстве в области культуры, конечно, расскажет нам наш гость форума Хелден Марчинека, менеджер программы «Валетта. Культурная столица Европы 2018», руководитель дизайн-кластера в Валетте Мальта. Пожалуйста, Хелден. Второй раз я не закон дать. First of all, I would like to thank the foundation of Ульяновск Capital of Culture and the region of Ульяновск for inviting me. Прежде всего, хочу поблагодарить фонд культурной столицы Поволжья и администрацию Ульяновской области за то, что пригласили меня. It is a very good opportunity to exchange experiences related to the Capital of Culture. Это прекрасная возможность обменяться опытом по поводу организации мероприятий по культурной столице. It is important for us to make contact with cities like Ulyanovsk that have had a capital of culture some years back, but are still very active now, after a few years, with actually developing some programs for them. Для нас очень важно установить отношения с другими регионами, которые проводили подобные мероприятия, чтобы они поделились с нами опытом проведения мероприятий по культурной столице.
because in our case we will have the Capital of Culture in 2018, and of course the year is just a starting point for what comes afterwards. Потому что наш город балета на Мальте будет принимать, будет являться культурной столицей Европы в 2018 году. И в этом году мы начинаем готовиться к этому мероприятию. Of course, these kind of contacts are important because they can help us appreciate differences in our culture and in our cultures. Конечно, для нас очень важны эти контакты, которые мы здесь можем установить, потому что мы можем увидеть разницу в наших культурах. So the differences of culture are, in a way, the first point of contact and the first point of bringing different cultures together. И именно различия в культурах является тем пунктом, тем местом, где мы должны больше всего сотрудничать, увидеть разницу друг с другом и понимать друг друга. But I think more important than our differences is our similarities. Гораздо важнее наших различий то, что мы должны увидеть, что у нас общего. And I think the most fundamental similarity that all cultures have is the way creative people, artists, relate to the creative process. И мне кажется, одна из важнейших общих особенностей, которые у нас есть, это то, как творческие люди работают друг с другом, как они взаимодействуют, как работают художники и прочие дети культуры. I think this is a very personal and maybe intimate process, but it is also very something which can actually unite different creators from different cultural contexts. Конечно, творчество — это очень личный процесс, но в то же самое время он может объединить людей из различных культур, из различных контекстов. And I think if we use that as a starting point for our communication, then we can actually start understanding how the creative process works within a social and economic environment. Если мы будем использовать это в качестве стартовой точки для нашего соприкосновения, мы сможем увидеть, где наше общество может развиваться, и в каких направлениях может меняться наше сообщество. So, I really look forward to this forum to exchange information, experiences, but also to open up opportunities for exchange, especially between public organizations, but also between the individual and independent organizations that are working in Ulyanovsk and in the region. Я с нетерпением ждал участия в этом форуме, поскольку хотел поделиться информацией о том, как работают взаимодействуют между собой организации, различные культурные организации, но и не только организации, но и отдельные творческие люди, как взаимодействуют отдельные творческие люди между собой. So I thank you very much again for the invitation, and I look forward for the forum. Так что спасибо еще раз за приглашение, и я жду очень многого от этого форума. Огромное спасибо, Кэтрин, за приезд. Надеемся, для обоих сторон это будет достаточно плодотворно, и, несомненно, Ульяновску предстоит искать свой путь для того, чтобы действительно найти место в этой серьезной, очень серьезной программе. Есть выражение «понять бизнес – значит спасти культуру». Это не просто риторика, это уже сегодня необходимость. Необходимость поиска путей взаимодействия с устоявшимися коммерческими структурами, с появившимися и появляющимися новыми некоммерческими структурами, с новыми формами государственно-частного партнерства. И на самом деле здесь много перспектив. Если бы мы говорили о производственной сфере, о промышленной, здесь уже есть формы довольно развитые, и Татьяна сама сегодня говорила об этом. Но есть и наша специфика, которая до сих пор еще, на мой взгляд, мало раскрыта, специфика государственно-частного партнерства в области культуры. Большая просьба сейчас Денису Владимировичу Качкину, управляющему партнеру, руководителю практики по инфраструктуре ИГЧП, адвокатское бюро «Качкин и партнеры», обозначить основные проблемы, которые, конечно, на сессионных заседаниях будут раскрыты более основательно. Пожалуйста, Денис Владимирович. Коллеги, очень отрадно, что сегодня в рамках замечательных
замечательного международного культурного форума целый день выделен для деловой программы. И что не менее отрадно то, что в рамках этой деловой программы сессия, целая секция посвящена вопросам государственно-частного партнерства. Государственно-частное партнерство, ну, оно созвучно названию и тематике всего форума. Это культура, это высокое искусство привлечения инвестиций в публичную инфраструктуру. И традиционно государственное партнерство, оно двигалось и двигается не только в России, вообще в мире, на протяжении нескольких десятилетий, привлекая инвестиции в различные сферы. Сначала наиболее острые вопросы социальные решаются с помощью этого инструмента. Это вопросы транспортные, это вопросы социальной инфраструктуры. Но позитивным знаком является то, что мы начали обсуждать вопросы привлечения инвестиций системно, с использованием наилучших мировых практик, которым нужно отнести, безусловно, прежде всего государственное партнерство, привлечение инвестиций в культурную сферу. Мы, так сказать, попробовали сделать такой пробный первый шаг с коллегами на российской неделе КЧБ в весной этого года и очень получили хороший позитивный отклик, когда вот с Тян Санной провели совместно круглый стол, посвященный КЧБ культуре. И здесь, мне кажется, мы логично продолжаем эту тематику и будем сегодня в течение двух сессии обсуждать эти вопросы, может быть, стараемся как-то донести, раскрыть эти понятия. Я хотел бы буквально вот несколько моментов сказать относительно вот тех важных условий, которые будут необходимы для того, чтобы частные инвестиции позволили развиться тем объектам культуры, тем культурным задумкам, которые, возможно, могли бы получить больше импульс с помощью частных инвестиций, с помощью бизнеса, с помощью компетенций. Знаете, часто выступая на конференциях, посвященных инфраструктуре, мы, как правило, всегда останавливаемся на каких-то позитивных практиках. И сегодня у нас будет целая сессия, посвященная этим позитивным практикам. Но я бы хотел привести некоторый негативный пример, и связан он, как ни странно, с городом, который традиционно является пионером и лидером вопроса КЧП. Это Петербург, собственно говоря, где прилетел. Мы в Питере несколько лет назад структурировали несколько проектов, посвященных именно культуре, проектов государственного партнерства. Это очень тонкая, кропотливая, длительная работа, связанная с тем, чтобы учесть интересы финансирующих организаций, с тем, чтобы учесть интересы частного инвестора, бизнеса, чтобы обязательно обозначить сферу интереса публичного партнера, который должен обязательно обеспечить именно ту социальную функцию, которую хочет видеть в реализованном проекте. И мы подошли к платной приоритетации к тому, чтобы объявить конкурс. И нам не хватило совсем малой такой толики успеха, то, что является обязательным условием для реализации, для старта любого успешного государственного партнерства. Нам не хватило проявления политической воли. Тот факт, что сегодня у нас присутствует Сергей Иванович, присутствует Тян Сан, и все это происходит здесь, в Ульяновске, меня настраивает достаточно позитивно. Мне кажется, что есть большие перспективы, и много проектов хороших ожидает нас в будущем. Поэтому приходите к нам на сессию, посвященную КЧП, там более подробно мы остановимся и будем обсуждать культуру, привлечение инвестиций в сферу культуры. Спасибо. Спасибо. Денис Владимирович, на самом деле, каждая сессия, мне кажется, будет очень интересной. Хотелось бы сказать, что действительно сейчас можно было бы говорить еще о многих достижениях, но ведь сфера культуры и область культуры испытывает и продолжает испытывать давление множества вызовов и проблем. И неравномерность культурной среды между большими городами и маленькими населениями, состояние местного самоуправления, слабая разработанность системы взаимодействия местных органов власти и населения остается нашей насущной проблемой. Наметившиеся тенденции на расширение понимания культуры не должны быть сжаты и не должны быть
пересмотрены и выстроены или включены в вот эту властную управленческую вертикаль. Ведь это как раз приведет к переформатированию основ. Мы должны заботиться этим и пытаться привлечь как можно больше общественных сил, межведомственных отношений. Медленное внедрение механизмов гражданского общества, таких как общественная экспертиза, общественный контроль, открытость и необходимость мониторинга взаимодействия субъектов и результатов вот этого самого общественно-государственного диалога. Конечно, потребность профессиональных кадров и множество-множество других задач, стоящих перед культурной политикой, перед региональными культурными политиками. В целом, только консолидация гражданских инициатив, поддерживающая диалог власти и общества, укрепит солидарность. Солидарность как условие для развития каждого человека, реализации прав в культуре. И без учета вот этих внешних внутренних вызовов, изменяющихся ценностей, общественных приоритетов, без внедрения новых форм взаимодействия, о которых и говорится на сегодняшнем форуме, конечно, культура будет слабо влиять на социокультурную ситуацию в России. Этого нельзя допустить. И парадигма потребления, о которой очень много говорится, несомненно, меняется в Ульяновской области. Она меняется на парадигму активного участия. Хочется пожелать форуму, поиску этой линии внедрения каждого человека, возможности раскрытия потенциала каждой личности в развитие региональное, устойчивое и ведущее регион на позиции крепкой страны. Мне кажется, деловой форум открыт, и проблематика, которая была сегодня обозначена, получит свое развитие в сессионных обсуждениях. Благодарю всех участников и приглашаю к активному участию в работе секции. Спасибо.